Сегодня энергия Овнов забьет ключом. Есть желание рискнуть, попытать счастье, взять реванш. Звезды напоминают, что ситуация изменилась, прежняя бесшабашность уже неуместна, а инициатива чаще наказуема. Прежде чем податься порыву, полезно прикинуть цену вопроса, возможно, придется действовать в условиях контроля, ограничений, дефицита ресурсов. Не стоит выбирать одежду, косметику, предметы комфорта. Сегодня тельцам придется принять боевую стойку и действовать по ситуации. При этом везение и прочный результат под большим вопросом. День склоняет к спешке и получению быстрого эффекта. Ради него, в свою очередь, вам придется наступить на горло своим планам и принципам. Если ситуация не критична, имеет смысл отложить стратегические инициативы и заниматься решением сиюминутных краткосрочных задач. Сегодня близнецам опасно поддаваться своему минутному порыву или активно поддерживать чужую инициативу. В критическую минуту есть риск оказаться без защиты или без средств, наткнуться на препятствие, пережить дискомфорт, испытать разочарование, стать жертвой провокации. Нежелательно примыкать к новой группе или партии, участвовать в коллективных акциях. Ракам нужно быть дальновиднее, строя планы, выбирая должность, карьеру, профессию, стратегию в браке или в судебной тяжбе. В погоне за быстрым успехом легко нарушить баланс партнерских прав и обязательств, подпортить гармонию и согласие в любви, задеть интересы уважаемой персоны. Безопаснее пойти на временный компромисс, оставив себе пространство для маневра. Не стоит заключать новый альянс. Сегодня львы ощущают моральную поддержку, но рискуют столкнуться с препятствием на уровне практическом, где маловато уверенности в собственной правоте или высокой миссии. Могут оказаться ограничены ваши возможности или закрыты некоторые пути. Причиной может стать нехватка прав, опыта или дисциплины, наличие проблем со здоровьем. Барьеры возможны за границей, в профессии, в юридических вопросах. Сегодня звезды готовят девам короткий ответственный экзамен. Вероятно, небеса вновь решили проверить вас на личностную зрелость, оценить степень вашего профессионализма или уровень стрессоустойчивости. Не исключен любовный, интимный или материальный кризис, тест в связи с родительским долгом. Шансы взять барьер достаточно высоки, если вы сохраните хладнокровие, не будете паниковать и суетиться. Весам сегодня придется ориентироваться на чужое поведение. Вторая сторона может проявить неуступчивость или неуживчивость. Звезды напоминают, что разрыв или война сейчас не лучший выход, а чужое поведение во многом отражение вашего. Имеет смысл принять суровые условия, диктуемые жизнью, и заново отрегулировать баланс интересов. В практических вопросах неуместны излишние мягкость и благородство. Скорпионам предстоит быстро сориентироваться в ситуации и принять конструктивное решение. Дело может касаться работы, здоровья, получения помощи. Вас может ждать тест на профессионализм, дисциплину, исполнительность, экономность, умение действовать в обстановке цейтнота, дискомфорта или под жестким контролем. В критический момент именно вы можете оказаться группой оперативного реагирования. День дает стрельцам импульс вдохновения, но на этом роль судьбы как доброй феи заканчивается. Остальное зависит от вашей организованности и серьезности подхода. Возможны системные ограничения там, где раньше вы обходили препятствия за счет удачливости. Возрастает ответственность, связанная с играми, ресурсами, детьми. Не исключены трудности с финансированием праздников, свиданий, творческих проектов. Козерогам полезно навести порядок в доме, близких отношениях, личных финансах. Пригодится талант отсекать лишнее, опыт экономии или минимизации, конструктивность и выдержка в поведении. Подходящий момент для избавления от всего ненужного, устаревшего или избыточного. Не лучший момент для приобретений, накоплений. Не стоит подбирать одежду, косметику, предметы комфорта, элементы интерьера. Сегодня звезды советуют водолеям серьезнее отнестись к поездкам и визитам, особенно плановым и официальным. Стоит отдать предпочтение целевым мероприятиям, тщательнее прокладывать маршруты. Важно вести себя корректно, не говорить и не делать лишнего, соблюдать договоренности, следить за имиджем и манерами, уважать этикет. Не стоит расслабляться, пока не улажена формальность, не пройдена проверка. Рыбам стоит придерживаться режима экономии, пока нет уверенности в оценке ситуации, не поступили деньги, не сделан выбор.
В финансовых и других важных делах опасно ставить на удачу. Отказ от сомнительного варианта надежнее рискованного эксперимента. Стоит учесть фактический бюджет, не покупать лишнего, заботиться о качестве и гарантиях, ориентироваться на реальное, а не воображаемое будущее.